здесь собралось столько народу, чтобы посмотреть бесплатный цирк Дю Солей. Нет. Чтобы еще посмотреть какое-то шоу. Нет. Эти люди собрались, чтобы проводить солнышко. Все вот эти. Не знаю, тут, наверное, это только малая часть вот этого мыса Прамтеп. Тут, наверное, несколько тысяч людей. И все они пришли сюда, чтобы снять те терабайты, миллионы фотографий, терабайты видео с уходящим солнышком, проводить его, насладиться этой красотой.